Всем привет! Меня зовут Виктор, это Дейс, и продолжаем обозревать сервер, как он называется, Белка VLG. Это вторая часть обзора сервера Белка VLG. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Вот я могу продать Скорпион, а на FX Гули я купить обойму. Так, а ты? Да, нормально. Мне нужна обойма, холодное оружие, пистолеты. Кстати, пулеметы, дробовики, винтовки, штурмовые винтовки, снайперские винтовки. Винторез Пикатинни. Модифицированный. Ну, цены, конечно, не скажу, что заоблачные какие-то большие пушки. Это пулеметы, да? Что еще? Снаряды. Холодное оружие. А, обойма ж у тебя. Обойма же у тебя, боеприпасы, магазины. Так, мы тебя купили. В банк все положить. Пестик на тройку. Хотя даже нету так. Сейчас мы еще эти бумажку подбери. Что бы? Надо на всем бабки сейчас сделать. Надо сейчас бабки делать на всем. Окей. Так, воды давай попьем. Это вот в эту сторону где-то у нас там был хеликраш. 13 минут до выброса. Чувствую, я сейчас на хеликраше и откисну. Прям вот откисну сейчас на хеликраше. Побегу туда и откисну. Все, хватит. Так, что по людям здесь? Нормально. Так, зомби стандартные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть зомбей. Охотничьи ботинки. Охотничьи ботинки. Так, это что такое? Так, ты легкий приклад. Так, эту нет.
Так, блять, вас перестрелять, либо чтобы вы отошли. Было бы оптимальней. Да? Так, полевая куртка нет. Там. Пойми, больше, по-моему, ничего там не лежит. Да? 2,54. Все, по-моему, больше там ничего нет. Так. Две с половиной минуты, чтобы отойти. Я хуй знаю, сейчас что будет. Так, что такое штаны тени? На 56. Ну, слаб же, да? А, это колесо доступно. Жмите кнопку Insert, чтобы открыть. Insert, твою ж медь. Пиздец, блядь. А я-то думал... Ха, это колесо удачи какое-то. Ёпарасоте. На десятки, да? На единицы? Чё, нет? Два. Пять. Это что такое? Фляжка белки. Спутник 6. Спутник 5. Что такое? Противоядие пох. О, ладно. Получить приз. Блядь. А я-то, ёпрасоте. Так, ось. Орсист. 338-ми стреляет. Ну. Это приличное. Так. Так, ну патрон какой-то 9 миллиметров, а понятно. Девятнадцатые. Ну, это хорошо. Конечно же, да? Это, конечно же, хорошо. Было бы, если бы не было бы так хуево. Так, два стейка я. И что, колесо? Колесо доступно раз в сутки? Так, тогда...
На зеленую гору. Кетчуп. Его что, есть можно или чем-то или что-то с ним крафтить можно? А? С кетчупом можно что-то и... Давай попробуем. Выпить. Блин, давай выпьем. Тьфу, блядь. Пиздец. Ошибка. То есть его нельзя пить, что ли? Прикольно вы меня, бля. А я-то откуда знал, что кетчуп пить нельзя? А продать-то его хоть можно будет, интересно? Там типа воды долить в него или нельзя будет? Так, никуда. Резиновые. Отлично, прям. Так, вот эту штуку надо снять по причине ее бесполезности. Зомбаков надо поперефигачить. По причине их нужности. Раз, два. Бля, вы заебали со своими кепками. Из деревни не бегут, там никто. Так, теперь. Спокойно, еще мы тут разочек. Да я и там-то не сильно напрягался, да? То есть все, в общем, все собрал. По стелсу и то все успел, умудрился все собрать. Так. Ага. Ого. Блять, а чё я за бациллу подхватил? За вирусняк, как понять, что я подхватил? А вот как понять теперь, что у меня за вирус тут? Ладно, я тогда до что за херня стоит.
Гараж. То есть меня зомби ударил или что? У меня, блин, нету ни одной. Ну-ка, пох. Колоть. А зачем мне его вкалывать? Вкалывать смысла нету. Кушать хотится теперь ему вдруг. Старая К-12. Ну давай возьмем так, кепка с маской. Так, ну я либо сейчас просто все в ноль продаю, чтобы у меня банк остался. Да, тут, кстати, если ты помираешь, навыки теряются. Еще так слотов-то не добавилось. Слотов-то не добавилось у меня. От. Как бы это печально не звучало, но слотов-то не прибавилось по ZDC. К-12, блин, либо 5,56 на 45 стреляет, либо 7,60, либо 5,56, 5,45 на 39. Пока что это не важно, пойду я курицу жарить. Так, я нашел себе перчи, я нашел себе модную кепку, крутую балаклаву.
Еще бы мне найти теперь, чем обеззаразиться. Что еду покупать, это что-то прям как-то очень дорого тут, прям ух, дорого. Надо охотиться. Охотиться с тем, что у меня есть. Не, ну 338 винтовка, конечно, она для охоты прям пойдет. Ее более чем достаточно для охоты. Только патронов надо к ней купить. Машины без страховки не восстанавливаются. Регистрация баз обязательно. Ну, регистрация баз мне знакома по изоляции. Как бы ничего в этом такого нету. Страшного, сложного и еще кокожного. Интересно, если трейдеры схожие, там Зеленая гора и Кумырна, зачем два трейдера одинаковых? Типа ближе, чтобы было или что? То кто-то спавнится, типа как я в Камышово, ему было ближе бежать до Тудова, а кто-то там Черногорская или Электрозаводская, ему до сюда ближе бежать. Непонятно, конечно. Блин, а я ж так что-то и не глянул по тачкам-то. Какие тачки, сколько стоят. Что-то я как-то... Все, я в безопасной зоне.
Значит, здоровье у меня уменьшаться не должно больше. А оно еще типа уменьшается. Перестало все. До игроков еще и расстояние показывается. А где бочка, блядь? Выходите с сервака. Блядь. С сервака выходить. Да, да. Да. Ну, ладно. Да. Сейчас справим. Да, глюк. Да, глюк. Блин, вот я не знаю, надо попробовать все вещи, у меня не хватит. Короче, я сделаю только покупки, сейчас проверю. Короче, только покупки оставлю. А, хорошо. Слушай, а ремешок этот поправишь? Вот этот вот. Вот на. Я сбросил. Он инвентарь в нем не открывает. Ну да, в руке только открывает, а так нет. Ну, это надо ждать обновления мода, тоже, чтобы мода зелье исправили. Это скорее всего, да, в обнове, я тоже в этом думал. Скорее всего, в обнове сделали так, чтобы видели только через то, как берешь в руки ремешок. Да, да. Короче, из-за этого обновления много что слетело. Надо ждать, когда исправят моду зелье. Так, да, угу. Это мы продаем штаны тени. Штаны тени, в принципе, так, а чё, сколько вы стоите штаны тени, ну, точнее, 56 карманов. Продать сапоги хим костюма, вязаную шапку продать. Никого нету. Так, а где тут вода? Ну, точнее, не вода, ладно, давай, строитель. Чего у тебя? Спички, топорик, точный камень. Нет. Не интересует. Так, ты чё продаешь? Противоядие, бинт. Не, я противоядие оставлю. Так, это вояки, подожди. Ты же должна... А йод. Овощи, фрукты, упакованные продукты. Нет. Так, фляжка 800, стеклянная бутылка. Ну-ка. Так, напитки, медикаменты, лекарства, аптечка, алкогольная настойка, 5000, ебать, бинт, дезинфицирующий спрей, 5000, так, а йод есть, что, нету, да? Ну, бля, давай купим. Так, алкогольная. И куда ты улетела? Вот сюда. Да? То есть я обработать не могу, что ли, получается? Пиздец, и чё у меня за температура такая?
Так, а где вода у меня тут? Это что за... Сколько ч... Блин. Купил 700 тысяч. Так, я исправил, но если ты будешь в игре после рестарта, да, посмотри, как она будет. Это, Жорик, я уже все заканчиваюсь на сегодня. А, это, ладно, тогда что, я это... Хорошо, ага. Тогда я потом зайду к Лиану. Сейчас, подожди. Хорошо. Подожди секунду. Хорошо, что Серега, подсказал. Сейчас, подожди, Жорик, подожди. Серега, а ты после рестарта еще будешь? А, ты все, да? А, ну, а, это... Ну, я потом... Я потом зайду, гляну потом. Да. Ладно, давайте, удачи. Спасибо, что подсказал. Кстати, только этот ремень так зависнет или еще другие, вот, что еще заметил. Блять, а где? Ну где тут это? А Тетрик сколько стоит, кстати? Тетрик. А тут такие фляжки, даже прикольные есть, да? Где здесь вода? Так, ну старый АК я продам. Ладно, я пока сейчас буду продавать АК и пистолет тот. У меня этот. Это десятку аж стоит. Так, старый АК. А, нового. Ого. Может оставить тебя? Ты 9-миллиметровыми стреляешь. Но у меня 9-миллиметровыми стреляет этот. FX. Ой, ну. Тогда давай лучше я тебя продам. Блин, я тут колонку в упор не вижу. А, вон она. Нашел, ну-ка. Если я кетчуп сейчас этот заполню. А его заполнить нельзя, да? Лады. Так, ну-ка и давай, кстати, тоже приляжем. А тут не пишется, что ли, как у меня? Или что, тут надо как-то по-особому лежать, что ли? Чтобы восстанавливалось сон, да, или уже я уже проспал вспышку, или то, что я типа голодный, холодный, что не так. Ладно, будем разбираться на интуитивном уровне. Так, пох есть. А, так, ты сюда. Так, ты. Ой, блядь. Так, это патроны.
Наверное, столько хватит, так. А почему... А, ну, наверное... Типа... Типа... Тот продает, да? О, кстати, вот эту надо продать. Вот эту продать надо. А тебя, блин. Тебя сюда. Тебя сюда, на циферку. Один ты будешь. Где обойма от, под тебя? Где патроны под тебя? Так, теперь, так, а ты сюда не объединяешься, да? У тебя продать к ебеням, потому что зачем ты мне нужен? Зачем? А, подожди, денежку-то в банк надо положить. Надо денежку положить в банк. Здорово. Тетрациклин, так, ага. Оу, ты одиночками стреляешь, бля, мне тебя перезаряжать придется. Значит, промахиваться нельзя. Блин, куда она? Все, я спугнул, что ли, ее? Ну, прикольно получилось, да? Пиздец.
Вот, сука, звери пугливые какие тут. Так, здесь у нас есть больничка в Зеленогорске. Зеленогорск. Помимо больнички у нас тут есть еще и колонка. А еще и дружок-петушок. Куртка с рубашкой. А, походная куртка. Это куртка с рубашкой. Ну, на два слота больше. Это хорошо. 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 Не глянул, а насколько там цеплак найду, сколько он тут стоит, что я там забыл, это что такое, толстовка 25. Ну, нет, конечно, тебя, если конечно тебя типа забрать с собой. Может, и пригодишься, да? Куда тебя положить? Чудесные, красивые вещи. Красивые всякие разные интересные вещи тут. Так.
чё, не знаю. Непонятно, чё. Написано не на непонятном языке. Перевода которого... Подожди, рюкзак же на 80. Это больше, чем мой на 63, да? Тут уже пролутался. Сорок восемь, еще больше. Не знаю, сколько это стоит. Угу. Пара пушек. Так, боевые штаны. Ты что, кастомизированная сайга? Кастомный... Что-то тут маленький надульник. Что, давай мы к нему надульник оденем. СГ-5. Туру-ту-туру.
Так, ну раз противогаз не фуловый, скорее всего, его не купят. А значит, тащить его смысла нету. Давай-ка тетрикс едим, ну. Горка с маской. Передовыми персоналами. Ну, бля, ладно, давай. Возьмем. Что такое, рюкзак или что? Да, а ну да, рюкзак. Блин, а можно? Нельзя.
О, прошло. Надо было тетрик херачить. А не то, что я там херачил. Уголь этот. А не уголь. Чешки. Ну-ка, у меня штурмовые ботинки не изношенные еще, да? Она же где-то здесь, вот эта скотина. А вон вижу, бляха-муха. Сука. Если удастся подойти со стороны. Надпись пиздец, прям охуенно. Мне так прям. А, я же могу так сделать. Я же могу их отключать. Так, давай за эти. За деревья уходи. Жать захочешь. И не так изгаляться начнешь. Блять, не ту пушку взял. Да ну нахуй. Серьезно? Пиздец, блять. Look.
Что здесь пароварки есть? А, пойдем пожарим курочку. Пойдем пожарим курочку. И гриб зажарим тоже. Пойду куру пожарю. Классно выглядит рюкзак, но 64 слота против 80 не поспоришь. Не поспоришь. Был бы слот под оружие, вообще без вопросов. Но нет. Он без слота. А значит, никакого преимущества не имеет. Что, здесь можно на этом диване сидеть, что ли, или что? Надо же попробовать. У меня что-то не получалось с ним взаимодействовать. Прижать свою жопу. Нельзя с ними взаимодействовать. Так, для красоты только. Так, прицел барака. Ты какими стреляешь? 12 калибр, не. Так, это 5.56-45, это я знаю. Ты какими стреляешь? Кастомный АКСУ. А, АКСУ с интегрированным глушителем, понятно. КСУ. Обычный КСУшка, да? Нечего мне тебе продать. Так, а тебе кастомизированная сайга продадим. Тебя продадим с интегрированным глушителем. Слушай, ну ты-то поинтереснее, наверное, будешь, чем этот, чем блять вот эта пукалка, на которую я столько патронов накупил. Да? Или нет? А ты М14. Нихера себе. Сколько тут у тебя слотов? Надо.
Толстовка, куртка с рубашкой, штанишки, штанишки. Так, пинбольный жилет инспектор. Окей. Так, ножик. Для системы КА. Продать. А чё, это не система КА, да? Ох, ясно. Так, ладно. Давай посмотрим, какие патроны к тебе подходят сперва. Ну да, я так и предположил. 5.45 на 39. Так, давай тогда посмотрим, какая обойма к тебе подходит. Так, сдвоенный магаз подходит, да? А сколько сдвоенный это? На 90 это или на сколько патронов? Или 2 по 30. Ну, в любом случае, сдвоенный это больше. Так, тебя и тебя плюс надульник. Блять, чё все лагает-то? Ой, какие штыки. Ептить, надульник дороже штык ножа. Обалдеть. Обалдеть. Похоже, кто-то сильно не запаривался с ценами. Ох, ну что, продаем теперь их. 1 000 000 патронов, 9/19. Опа, я продал. Продал. Так, а теперь надо купить. 5.45 на 39. Так, коробка.
Раз, два, три, четыре, пять. Блин, я даже не знаю, хватит ли их. Хватит ли их? Триста сорок пять. Угу. Так, ну что, ребят, сейчас у нас рестарт, поэтому я предлагаю на этом тогда эту серию закончить. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, чуть-чуть комментарий. Всем пока и до новых встреч.